Здравствуйте. Решил я совершить прогулку с выездом по сбору грибов. Говорят, что грибы уж пошли, середина месяца июня. Но не знаю, решил проверить сам. Вот выехал я в лес. В лесу, конечно, воздух ощущается свежий, после дождя тем более. Природа красивая, птички поют. Ну, соответственно, надо смотреть, где растут грибы. Вот хожу, смотрю, вроде бы пусто, то там осенок, то там. И когда вот подошел к одному месту и увидел издалека, вроде бы гриб какой-то, но я, конечно, не подумал, что белый уже может быть. Но подошел поближе, смотрю, да, белый гриб. Конечно, уже поездка моя будет оправдана, хоть даже и одним грибом будет первым. Мы его срезаем аккуратненько. Смотрим, не червивый, нормальный. Конечно, радостнее, потому что или ничего, или что-то хоть найдешь. Долго приходилось еще искать, но белых уже почти не было. Рыжики, наткнулся на место, на рыжику, где много. Вот, смотрим. Их. Они очень прячутся, рыжик. Сперва проходил мимо, и плохо было видно. Потом начал примечать какие-то бугорки. Конечно, ножом раздвигая, чтобы, ну, может, змея там или что, чтобы ничего не ужалило, поэтому лучше ножом раздвигаю. И начал смотреть, рыжики пошли. Конечно, еще радость дополнилась больше. И вот на одном месте начал я нарезать эти грибы. Разгребая хвою от сосны и ветки убирая, которые прикрывают грибы. И под ними находится, вот видите, как бугорочек. И сверху чуть-чуть, еле-еле видно только рыжеватый цвет гриба. Грибы хорошие, не червивые. Раньше я ходил, было много червивых. Сейчас вроде бы нормально. Вот кучка, видите, разгребаем его аккуратненько и смотрим. Гриб хорошенький, рыженький. Это место можно закрыть, а можно нет. Но лучше не вырывать. Многие вырывают, я не советую вырывать. Лучше срезать. Оно, во-первых, земля не будет в ведре находиться, и чистый гриб будет сохранен и привезен домой. Вот разгребаем кучки, заросли. Вроде бы, казалось, внешне их нету, а когда подойдешь ближе, раскрывешь кучки, вот они где прячутся, такие бугорочки небольшие, и там грибов много. Ну, на этом одном месте, ну, почти пол ведра я уже нарезал. Вот. Одних только рыжиков. Белый пока один гриб. Вот рыжик опять. Смотрим, как он хорошо растет. Рядом с ним еще один. Редко где они находятся в одиночку. В основном пара или семейство их находится. Но в этом месте я попал как раз, где их семейство расположено. Большая семья. Вот. Еще раз говорил, пол ведра нарезал в одном месте. Вот, кажется, взглядом ничего нету. Ну, бывает, конечно, и ложные места, где вот, и по грибам можно и просто снившим грибы. Вот видите, как опять рыжики эти растут, спрятаны под хвоей сосны. Разгребаем аккуратно эту хвою. Вот червею попался, значит, гриб съедом. Это свидетельство, если червь есть, значит, и нам можно употреблять эти грибы. А те, которые грибы не подаются червям, ну, многие их не берут. На лисички я не видел, чтобы они когда-нибудь были червивые. Мы же их употребляем. Вот. Разгребаем аккуратненько. И смотрим. Вот рыжик еще. Сейчас еще рядом посмотрим. Вот еще рядом один обнаружился. Небольшой бугорочек был. Казалось, что уже там нету грибов. Нет, разгребаем. Есть грибы и в этом месте. Вот так наблюдаем. Ну, вроде бы здесь все. Ну, вот еще что-то подозрительное, но там ничего не нашлось. Идем дальше в другое место, где можно пособирать и белые грибы. Ну, белые грибы только-только пошли, их еще мало находится. Поэтому много их мне и не придется, наверное, найти. Один есть, может, еще где один-два найду, ну, не знаю. Вот вроде бы один гриб увидел, подхожу посмотреть, червив или нет. Нет, вроде бы нормального срезаю. Нормальненький белый гриб. Ну, время уже много прошло, и ведро почти меня доверху набралось, поэтому буду завершать эту поездку и домой буду уже ехать.
свое удовольствие по сбору грибов я удовлетворил, свои желания. Сегодня приеду, наварю, жарю, потому что 2 года грибов у нас не было, было засушливое лето, поэтому сейчас вот их набрал. Слава Богу, есть грибы, маленечко пошли. Вот видите, сколько, полное ведро. Теперь можно спокойно ехать домой. Пишите свои впечатления на страницах, просмотрах видео, нравится вам или не нравится. Хотите быть первыми, получать известие о добавленных новых мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успехов, всего доброго, до свидания.